Я понял, понял. Подкурю, давай. Давай. Сьогодні до нас в гості завітав Артем Єфимчук з міста Хмельницьк, і він пробує пригати наші трейли. Новеньких? Сейчас сниму. Сейчас будет выдавать. О, пошел. Ага. Клиент. Что скажешь, Артем, как тебе трейл? Выматывающий, нормально. Нормально. Сложный очень трейл, техничный. Сейчас будут твои... Мне кажется, тут приземление резче, чем вылеты. Ну, да. Может быть. Опа, нормально. Ого! Чувак! Трапеция в норме, че сутулишься? Вот наш карьер, короче. Як тобі? Красота, да? Я думал, типа, с такого дропчика, типа, там, песок, да? Флипа вальнуть, да, но надо, чтобы, типа, приземление было, бач, вот, как там, твердая стенка, она жестко-жестко, чтобы, типа, так вот было. Короче, Артем в карьере, попал дёртер в карьер, фрирайд летать земной, сейчас будем снимать профайл, да? Что сразу дает трёшку из 14-метрового. Я поехал. Да, красота. Во, есть. Дропы здоровья. Надо прыгать. Там, короче, он дронит по велосипеду. Нет, вот такое я бы даже сам дронил. Тысячи выпуски. Значит, это мой предел. Выше я не буду. Санёк, быстрей. На видео ж снимаю. Надо, чтобы сбоку, да, уже готово, понял, на бок. А, на бок, да, можно, кстати. Сейчас вот так, с горбочкой сюда. А попробуй стенку порезать, нормально режется. Еще вертикальнее, типа. Жестко. Жестко, да? Я не думал, что мягенькое оно будет. Давай на максимум, здесь на жопу мягко падает.
Пойдем. Что это? Вроде как я нас снимаю, но он типа, блядь, просто чувствительный до пыли, до всего. А! Что-то? Давай. Можно на два куска давай? Да. Для двоих чаек. Давай. До чая. Давай, кидай. До чая? Да, давай. Ох. Ушла. Где же ней? Что-то подобрать. Ох, атака жесткая. Она убегает. Короче, маленькая качечка сгубилась. Чайка, точнее же. Бедненько. Застряла. Я ее только что выпустил воды, она поплыла на свободу. Чуть не переехала, на дорозе лежала. Все, плыви, качечка, на свободу плыви. Мы с Артемом приехали на дроп. Мы с Артемом и Фомчуком в карьере снимаем ему профайл для жесть. Слышишь по трещотке? Да, я слышу, как ты едешь. Нажмешь только на GoPro и меньше швидкости. Ух, живой? Ой, блин. Сейчас, нормально. О, вот тут как раз, тут походу будет переднее колесо. Вот где ты сейчас бьешь. Вот по подсчетам. Все, нормально, давай. Все, давай, если не хочешь своим ходом ехать. Электричка уже последняя. Включил? Ну да. Но если хочешь на электричку успеть, оставляем с выставленной ногой. Ну давай попробуй еще раз. Бля. Посмотри. Ну это нормально, мы же в карьере. Мы природ катаем! Все, иду спрятать лопату. Нужно спешить, электричка через 20 минут. Не успеваем. Чистые? Да, нормально. Едем домой вдвоем.